Когда попробовала, была удивлена. Не сразу догадалась, что в составе есть огурцы. Освежающий, красивый напиток. Но он не только красивый, он еще обладает рядом полезных свойств. Огурцы 2 штуки мою под проточной водой и нарезаю кусочками, неважно какими, колечками или кубиками, все равно измельчать в блендере. Из дольки лимона выжимаю сок, понадобится 1 чайная ложка лимонного сока. Нарезанные огурцы складываю в блендер, сюда же добавляю 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку лимонного сока. Измельчаю, добавляю 250 мл питьевой очищенной воды и продолжаю измельчать до однородного состояния. Осталось процедить и перелить огуречный сок в бокал. Свежий, живой напиток готов. Советую попробовать. Свежие плоды огурцов полезны при заболевании желудка, как слабительное. Также полезны огурцы для печени и почек. Огурцы выводят воду из организма человека. Способствуют хорошему усвоению пищи и похудению. А вместо лимонного сока можно добавлять 1 чайную ложку яблочного уксуса. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале.